began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! What happened? Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. This is Officer Chambers from STARS Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that it has set up a plant at our department. But as of 2 years ago, when a similar plant was set up, the local government stepped in and took over. Billy. Lieutenant Cohen. So,
You seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Edward! Are you all right? What happened? It's worse than... We can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters? Дельта на связи, Дельта на связи. Управление поездом получено. Прием. Вас понял. Это чушь какая-то. Как произошла утечка антивируса? И как вместе с лабораторией в особняке был заражен поезд аж в 3 милях от нее? Это уже не важно. Сейчас нам нужно не допустить утечки информации. Уничтожь поезд. Полностью. Сколько еще ехать до ближайшей развилки? Около 10 минут. А? Что сойдет с рельс или разобьется. Это просто бессмысленно. Ты в самом деле веришь, что этот чокнутый парень тот, за кого себя выдает? Невозможно. Но все же, если он не врет, Амбрелле конец. Если всплывет старый заговор против Маркуса, то карьере Спенсера придет конец. Да и нашей тоже. Так что, время пришло. И что ты собираешься делать? Я просто скажу Амбрелле прощай. Созданное антивирусом биооружие практически готово. Нам лишь осталось собрать боевые данные. Ты что? Серьезно? Я не брошу свое дело. Исследование антивируса закончено, но мне нужно время для завершения более мощного G-вируса. Делай, что хочешь. А я, как и планировала, заманю отряд Старс в особняк. Их превосходная боевая подготовка сделает из них идеальных испытуемых. Хорошо. Но с тем психом тоже надо что-то сделать. Помнится мне, в подвале этого центра расположена система самоуничтожения. Я найду ее, включу. И от этого места не останется камня на камне. Вескер? Крис, ты жив? Украл мою реплику. Где Джилл?
Я думал, что ты с ней. Да, я знаю. Мы разминулись. Ясно. В любом случае, нам лучше поскорее выбраться, пока нас зомби не съели. Есть идеи, Вескер? Нам надо разобраться. В этой ситуации. В том особняке исследованы далеко не все комнаты. Крис, ты должен проверить их еще раз. А я продолжу расследование здесь. Хорошо. Вы? Крис Редфилд, отряд Альфа. Мы здесь, чтобы спасти вас. Ричард, что с тобой случилось? Крис, это место... Уводи свой отряд. Демоны повсюду. Не разговаривай. Похоже, его укусила змея. Но размер укуса просто огромен. Это не просто змея. Поверь на слово. Ему нужна сыворотка. Я оставил ее в другой комнате. Я принесу ее. Прошу, поспеши. Держитесь. Я вернусь. Надеюсь, это то, что нужно. Спасибо. Сейчас я сделаю тебе укол, Ричард. Держись. Вот. Возьми. Это рация. Береги себя, Ребекка. Ричард. Он в порядке. Просто потерял сознание. Ребекка, тут опасно. Нужно перенести Ричарда в другое место. Хорошо. Ричард поправляется, Крис. Скоро он встанет на ноги. Отлично. Ты сейчас нужна ему. Как только Ричарду станет лучше... Мы догоним тебя. Ребекка, ты стрелять умеешь? Да. Ладно, я продолжу расследование. Будь осторожен. Хорошо? В этой комнате есть все виды медикаментов. Я могу залечить любые раны. Хочешь, чтобы я залечила твои? Да, если можно. Спасибо. Кто-то явно знает, как вести дела. Большинство медикаментов здесь из Амбреллы. Амбреллы? Ты не знал? Они финансируют это производство. Большую часть препаратов они сделали здесь, прямо в Ракун-Сити. Но их осталось немного, так что береги себя. Береги себя, Крис. Я, Крис. Ребекка. Похоже на лунную сонату. Что это было? Мое исполнение чуток хромает. Дай мне попрактиковаться. Конечно. Но сильно не увлекайся. Хорошо, не буду. Крис, у меня получилось!
Практика творит чудеса. А? Что это? Энрико! Не подходи ближе, Крис! Что произошло? Предатель! Энрико, погоди! Энрико! Амбрелла! Энрико! Предатель! Вескер. А вот и ты. Крис, я горжусь тобой. Не зря ты из моих людей. Спасибо. Как давно, Вескер? Боюсь, я не понимаю, о чем ты говоришь. Как давно они тебя купили? Я думаю, ты немного запутался. Я всегда работал на Амбреллу. И Старс был для Амбреллы. Нет, для меня. Подопытными. Вирус тирана вырвался на волю, заразив это место. И, к сожалению, мне пришлось пожертвовать моими обожаемыми людьми Старс. Ты убил их своими же грязными руками! Сукин ты сын! Нет. О да, детка. Так все и было. Ребекка! Замри! Ты... Думаю, что ты пока не хочешь умирать. У меня есть кое-что интересное для тебя.
Совершенная форма жизни. Тиран. Вескер, да ты слабоумный. Крис, ты никогда не поймешь. Он великолепен. Вескер! Подходи, пробирочный уродец. Уничтожение активировано. Отлично. Брэд ждет нас в вертолете. Эти твари приближаются. Я займусь ими. Но... Крис, ты должен как-то связаться с Брэдом. Хорошо. В порядке? Да. Thank you.
это! Убей его, что бы это ни было! Chris, I'm sorry for... Rebecca, you did just fine. This case was just too strange. It's just too...